Господин Цю, сюда. О. Прошу вас. Кабинет господина Вана наверху. Отец? Вспомнила про меня? Как ты... Господин Цю. Здравствуйте, господин Ван. Эй, господин Цю, приятно познакомиться. Вы господин Хуан? Да-да-да, я господин Цюйшен. Вы оба знакомы? Да, конечно. Конечно, знакомы. Господин Цю – известный предприниматель в нашем городе. Наша компания раньше приглашала господина Цю принять участие в торгах, но тогда у него уже были другие проекты. Я надеюсь, что мы еще поработаем. Буду ждать. Итак, господин Цю, что привело вас сюда? Обсудить проект и заглянуть к ней, а? Господин Ван, господин Хуан, это мой папа. Да? Оу. Это моя дочь. А! Эй, эй! Невероятно! Дзянин дочь Цюяомина. Ну и что? Просто дочь Нувориша. Женская зависть слишком ужасна. Кто здесь завидует? Господин Цю всегда был известным и добросовестным предпринимателем, а по твоим словам вдруг превратился в Нувориша. Разве это не зависть? Есть богатая красавица, которая умнее и трудолюбивее тебя. Прими свою судьбу. Разве можно гордиться тем, что ты богатая красавица? Сяо-сяо ничуть не хуже Цю, верно? Эй-эй-эй-эй! Я заявляю, что с сегодняшнего дня я являюсь поклонницей Цю Дзянин. Хватит, ладно. Ты что, дурочка?